конечно, сейчас я просто без косметики фактически. Раз уж я в центре, я решила проехать в Пулково. Я, короче, пришла в этот сити, как-то корт, фуд-корт, или как-то там называется, в сити-молле. Я сейчас еду рисовать гардеробную. Такая мойка, аквамасик. Ой, пузырь! Вперед мне кричат. Around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching.
I'm tired of dwelling in the dark. It's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me. Я училась делать массаж лица. Что-то мне прям захотелось. Последний раз я была на массаже лица, наверное, года 4, наверное, назад в спа Клоранс, который на Невском в Ревгош раньше находился. Сейчас, не знаю, может, в другом месте. Сейчас я пойду в центр аппаратной косметологии «Фейс и фигура». Мне Катюша посоветовала, которая «Текстиль Хаус». Вот, к ее косметологу пойду. Так, я вышла. Косметолог очень понравилась мне. Работает она на косметике GG. И дала мне с собой кремчики разные. Сказала, что у меня комбинированный тип кожи. Ну, на Т-зоне она немножко жирнится. А так вообще она, конечно, у меня сухая. И я ее пересушила. Ну, и сама по себе она достаточно сухая у меня. В общем, нужно увлажнять и питать. Вот. Делали мы разные масочки. И тоники, тонизирование. Много чего она делала. И вот на основании масок она делала сам массаж. Массаж мне очень понравился, такой прям расслабляющий и прям так очень приятненько. Вот. Ну, конечно, сейчас я просто без косметики фактически, ну, только у меня ресницы, получается, накрашены, мои синяки появились незакрашенные, но так вообще мне, конечно, очень понравилось. 1500 все удовольствие стоит. Вот, по-моему, час, да, у нас ушел на это час. Я записалась еще, хочу походить, поделать, в общем, попитать кожу и, в принципе, массажик, чтобы подбородок второй подубрался немножко, ну, чтобы более такой четкий, скажем, рельеф кожи, ну, не кожи, а лица, как это, форма лица была. Вот, короче, да. Сейчас мне хочется просто лечь и спать. А, вот что еще хотела сказать. Я говорю, а мне нужно как-то там чистки какие-то делать, еще что-то? Она говорит, нет, кожа у вас чистая, все хорошо, не надо ничего такого делать, просто нужно очень напитывать ее, увлажнять, чтобы не было шелушений, потому что сейчас у меня прям шелушится. Вот. Такие средства она мне дала. Это кремчик для лица дневной в баночке, а это ночной. Так, я зашла в Watsons, сейчас покажу, что купить. Ой, там так все набито. Хорошо. Так, ладно. Палочки. Много-много влажных салфеток. Надо одни здесь, кстати, оставить. Чек, который не нужен. Полоточки. Сухие эти салфетки, ну, такие косметические, не полотенцем, салфетки, не так называют. Шампунь такой, мне понравились эти шампуни. И шампунь такой, он очень интересно пахнет. Гель для душа камеевский, такой вот с розой. Для объема присушки волос такую вот штуку взяла попробовать. Так, такой мусс для умывания решила попробовать от Биори, прикольные такие. Ну, да, фотопародия на Биори будет, конечно. Но все. А, вот еще авокадовский взяла крем для лица. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the crown is shaking. Раз уж я в центре, я решила проехать в Пулково, в Outlet. Просто посмотреть что-нибудь. Да-да, нет-нет. Вот. У нас гораздо светлее стало. А там самолетик садится. Летит самолетик. Он за Биби. А у нас сейчас 6 вечера почти без 10 минут. И посмотрите, как светло.
О, это такое счастье. Обычно уже в 4 часа мрак, темень, а тут светло. Это так хорошо. Кошмар, на улице поднялся жутчайший ветер, и он ледяной просто, минус 4,5 градуса, такое ощущение, что минус 30 нафиг, он просто невероятно ледяной, еще с моим больным опять воспалившимся горлом, это кошмар. Короче, я купила шарфик, я не знаю, какая-то хрень на шарфике пошла, серьезно, у меня шарфов дофига, но мне захотелось летний. Давайте покажу, пока в пробке стою. Вот он. Такой огромный пакет. У них маленькие пакеты закончились. Такой вот шарфик тоненький, приятненький. Вот. Там внизу написано. Вот еще такая. В общем, ГГГГГ. Так, у меня сегодня тут вечерочек. Большой заказ с аптеки Ру, там всякие мирамистины и прочее всякое, там таблетки всякие. Решила зайти в Северный Универсам, купить вот эти пельмешки, которые я наподобие покупала, только они поменьше были. Покупала в Италии, когда в Милане вот жила. И здесь я покупала с пармской ветчиной и сыром. Но с пармской ветчиной не было. И, в общем, я взяла с рикоттой и шпинатом. Вот, я думаю, что там еще разные другие вкусы были, но там с тыквой, но я решила не рисковать с тыквой. И, короче, взяла две минералки. Такую. И такую же, только другую. Такую вот. Маме. И такой вот, короче, швепс нашла маленький. Я не знаю. Такой, это, я так понимаю, он прямо, ну, это Северный Универсам, он очень много таких продуктов поставляет, которые, ну, нестандартные. Тут вообще у многих наклейки идут, потому что, ну, они не у нас производятся. Мне это нравится вот именно в Универсаме Северном, потому что там реально иностранные продукты, и они совершенно другого состава, не то, что у нас. В общем, это, я так понимаю, непосредственно в Англии сделан, но он такой специфический. Ну да. Я раньше терпеть не могла швепс. Потом одно время я полюбила швепс. И он мне сейчас нравится. Но вот этот какой-то прям термоядерный очень сильно. И еще давайте покажу, что в Ватсонсе купила. А, какая-то акция какая-то. Так, что купила в Ватсонсе? В общем, кучу-кучу салфеточек. Носки вот эти мужские, которые я ношу, как женские, очень хорошие, 40-42 размер беру, и прям тютелька в тютельку. Потом я нашла вот этот, ура, мне Викуля как-то, привет, Викуль, прислала мне фотку, что есть вот этот бренд с жасмином, я нигде его не видела, и тут вот я, короче, увидела, думаю, надо брать, я очень люблю запах жасмина, потом любимый свой бальзам для волос, мицеллярка. Мне нравится эта мицеллярка. Скраб для тела хочу поскрабиться. Что-то у меня все скрабы закончились. Хочу целую бутылку выдавить просто. Мыло очень люблю вот этим мылом мыться, бриться. Ну, моюсь я гелем для душа, но вот это мыло для бритья, чтобы не пеной пользоваться, а вот бриться. Оно хорошо, оно такое прям мягенькое. Ну и свою пасту любимую взяла. И, в принципе, сварила. Да, эти побольше, конечно. Но я их в масло запихнула. Эти побольше, чем те. И предыдущие, которые я покупала у нас, и те, которые я покупала в Италии. Ну, сейчас попробуем, продегустируем. Вот такой видок. Так, сейчас. Из них единственный косяк, что... А, вот эта чача внутри вытекла. Ой, горячо.
Ну, тесто всегда безупречно. Соли надо чуть-чуть. Крыса. Да, это же интересная такая штука. Внутри вот эта рикотта с базиликом. И она так растекается, прям такая ча-ча получается. А прошлая с пармской ветчиной, она была такая, ну, жевать из серии надо. Ну, тоже очень мягкая, но она так не растекалась. А это прям такая, как плавленый сыр такой получается. По рту растекается штука вкусная. Надо с тыквой попробовать. У меня с тыквой тоже вкусно. Надо посолить. Кто не был на севере, в Северном универсаме, обязательно зайдите, потому что здесь очень много интересных вкусных вещей. Чуть подороже, конечно, как чем в обычных магазинах, но очень качественные вещи, хорошее очень мясо и много заграничных продуктов, которые без всяких е-е-е и без всякого барахла такого. Пришла в этот сити, как это, корт, фуд-корт, или как-то там называется, в сити-молле. Короче, такую штуку дают, она засигналит, и можно приходить за едой. Тут всякая разная еда, и тайская, и вьетнамская, и итальянская, вон паста, пицца, что-то тут много всего разного, мороженое, кофе, в общем, разные кухни, там вон грузинская, тайская, китайская, японская, в общем, все вместе. Он меня интересует итальянская, но я взяла сейчас рамен, хочу рамен. Я в Москве, когда мы с мамой останавливались, там рамен вкусный ела в отеле. Так, что тут есть? Смотрите, вид. Там детская, видимо, комната. Мне тут понравилось. Я из сторис возьму то, что я сняла еду, потому что в этот видео я что-то не сняла. Я сразу накинулась жрать. Вкусно. Понравилось. Хорошее пространство такое, уютное, все что-то сидят, едят. Много разных кухонь. Очень-очень прикольно. Села на вот эти носки из Юникло. Я тут в Европолисе хожу, сейчас зашла в магазин, там женщина, короче, ей приносят вещи примерочные. Она такая говорит, типа, я на белое-то еле решилась, она мне красное несет, я что, генерал? Я так поржала, это весело. Я пришла поесть в баклажаны, мне жутко захотелось карбонары.
и клубничного лимонада безо льда получилось полстакана. И вообще что-то тут обслуживание как-то испортилось, и как-то вообще все что-то испортилось. Попробуем еду. Я сейчас еду рисовать гардеробную. Вот. У нас там будет в аппендиксе, вот когда входишь слева в комнате большой, где окна, вот. И там у нас будет как бы такая гардеробная, не будет шкафов, а будут как бы такие полочки. Вот я еду ее рисовать, проектировать. Как вам матик? У меня есть сертификат. Давайте посмотрим, что вообще есть что. В общем, тут сначала запшикивают, тут все люди моют. Ой, пузырики! Вперед мне кричат. О, боже, боже, боже. Что, мне надо ехать или что? А, все, я встала. Ха-ха, прикольно. О, господи. Тут меня тут все моют. Это так удивительно. Интересно. А, сначала они руками, а потом ты вот в этой штуке. Офигеть, прикольно. Кстати, а, там даются еще какую-то... А, все, дальше. Следующий этап. Так. Прикольно. Офигеть. Там сзади что-то. Ребятушки моют. Офигеть. Так, а чувак еще трет. Подожди. А, все понятно. Так, тут все показывают, что мыть надо. Ой, руль надо держать. Так. Так. Ай! Мать моя женщина, меня ролик тянет, нужно на нейтралке встать, и оно само, а руль шевелится, блин, господи, это реально страшно, мне кажется, что я ничего не вижу, мне кажется, я куда-нибудь в сторону уеду, боже мой, мне кажется, у меня какая-то машина в сторону едет, ребята, это реально страшно, то есть, когда как бы ты... И сам управляешь машиной, когда ролик не тащит тебя, движения нет, ну, то есть ты сам, ну, как бы, то, короче, я не знаю, там как-то в других автомойках, там ты, тебя фиксируют и... О, боже. Тебя фиксируют, и ты как бы на паркинге встаешь и едешь, а тут как бы, тут руль реально надо держать, потому что он куда-то уходит все время, что-то на нейтралке, не на паркинге даже. Короче, а тут уже, видите, автоматическое. О, мамочки. Мамочки. На нас надвигаются огромные щетки. У-у-у-у. Мечта клаустрофоба. Кошмар какой. Я вот реально не могу не держать руль, потому что он куда-то уходит. Я говорю, что вот в автоматических, обычных таких наподобие мойках, там как-то ты встаешь и руль не уходит, то есть машину не уводит. А тут как-то все придерживать надо. Это очень странно. Я не первый раз просто, не подумайте, я не дикарь, я была в таких, но там не было такого, что уходит куда-то машина. А тут реально руль движется почему-то. И кажется, что она в сторону уедет. О, но машина. Матерь Божья. Ну, сейчас вот вроде, кстати, перестал, по-моему, двигаться. Этот парень такой, типа, видимо, его все задолбали. Вас тащит ролик. Не трогайте, не нажимайте, тормоз не жмите. А, типа, сушить. Там вот сушить дальше будет. Вот, вот, видите, руль, ну вот, вот, чего его?
мне как-то стремновато, что его клонит. Я хочу прямо ехать. Очень. Когда ты не контролируешь машину, это реально стрёмно. Это реально стрёмно. Боже мой. А, вот она, сушка волшебная. Но она, я думаю, что не высушивает до конца. Конечно. Господи, так близко. Как-то... Ну да, такая сушка. Тут еще одна, конечно, но... Вообще так-то прикольно, быстро, и... но руль реально тянет, я его силой держу. Это, мне кажется, не должно так быть, ну, ненормально. Ну, да, сушка такая себе. Тут до конца не... капли вон все равно остались. Салон делают. Так, ну что, я еще заказала сиденье почистить, потому что они у меня кожаные, они немножко уже, конечно, за почти 6 лет запачкались. Ну, сиденья они не очень отмыли, конечно. Там все равно эти в прожилках кожаных есть грязь. Ручка, кстати, хорошо отмылась. А вот сиденье, некоторые тут по бокам места не очень. Ну так в целом, еще раз надо, наверное, приехать, просто чтобы еще раз сделали. А тогда автоматические диски плохо промылись. И что еще? Ну, в салоне, в принципе, они вроде нормально, чистенько убрались. Да, чистенько, потому что вот тут вот у меня такое пятно было, и они его оттерли, это хорошо. Вот, в целом, так остальное вроде все чистенько, все хорошо. Какая-то тут труха, правда, я вот только сейчас заметила. Какая-то труха тут, от тряпки, что ли, от чего-то труха на руле, черная какая-то. Вот, ну так, плюс-минус, в принципе, как и везде, ничего такого сверхъестественного, я бы так сказала. Единственное, знаете, сервис, как бы, вот, наверное, тут даже плачу за сервис. И в то же время мне не очень понравилось, либо много народу было, либо что, я не знаю, но как бы ты заезжаешь вот этой партией большой машин, когда народа нет, наверное, как бы поспокойнее. Там куча мужиков, они на тебя накидываются, все, типа, выходите, выходите, мы давайте начинаем, потому что все быстрее надо, как бы, чтобы, ну, другой, следующий народ заехал. И, короче, вот из-за этого торопления, может, я хочу сказать, что мне тут, может, у меня тут пятно, вы не увидите, я хочу, как бы, чтобы меня, я ради этого пятна приехала, да, вот, то есть, ну, нету времени сказать, что, типа, ну, я так, знаете, что запомнила, что помню, что там, говорю, мне вот это сделать, и это, да-да-да-да-да-да-да, идите быстрее, давайте мы сейчас все это сделаем. Ну, короче, как-то так вот странно. Единственное, там есть менеджер, который ходит и все проверяет, каждую машину, после того, как все эти куча мальчиков намыли, менеджер проверяет итоговый, как бы, результат. И вот менеджер очень такой, ну, обходительный, лояльный, понравился. А вот сами мальчики, типа, ничего не объясняют, ничего куда-то, как бы, быстрее давайте, выходите, уезжайте, и вообще, ну, короче, вот как-то вот это, ну, такое. Но достаточно быстро, ну, как не быстро, ну, то же самое по времени, просто там много народа, одновременно много машин может обслужить. Вот, но на ручной мойке обычной, конечно, диски лучше отмываются, это без вопросов, просто диски, они конкретно там, ну, прям руками трут. А здесь такая, ну, часть грязи, она, конечно, на дисках осталась. Вот. Ну, такое, двоякое чувство у меня от этого сервиса. Ну, какой-то свет ужасный на меня падает. Я тут собралась в Эстонию, короче, в спа-отель, но одна. Я сниму отдельно, ну, влог отдельный будет. У Вани нету визы просто шенгенской, поэтому... А мне прям очень сильно захотелось в этот спа-отель. Вот. Поэтому я еду... Ну, я там часто бывала раньше. Мирису. Вот. Туда поеду. Сейчас мне нужно поехать забрать селедку. Господи, под этим цветом кожа такая ужасная. Вот. Так что мне нужно сегодня забрать зеленку. Ну, еще там по парочке местам проехать. Ваня сейчас на квартире. Туда тоже заеду. Посмотрю, что там происходит.
вот. Купила шапку в Uniqlo, такую водолазку, как на мне сейчас, ну, обычно из мериноса, и обычный свитерочек, там все сейчас в распродаже с круглым вырезом. И там, кстати, при регистрации на, в приложении в их, там 300 рублей на покупку свыше 2000, ну, единоразово при первом, при регистрации дается. Так что вот, шапка очень-очень мягкая, приятная. Мне стало дико холодно, я одела эту шапку. Я думала, может, белую взять. Белая что-то как-то не это. Такая.